По идее, да. Все, закидывай рейд. Сейчас. А там ничего не видно. Да, у меня вырубился. У тебя идет стрим? Сейчас. Идет, лайк был написан. Все, нажимаем, да. Плюс 250 БВ. Ничего. Она, скорее всего, уже отправился. Думаешь? Ну или она в любом случае сама отправится, там, понял тебя это? Да. Блять, очки съехали. Так, ладно, все еще приду. Давай. Алло. Совместный стрим. Никто не видел контроллер? Ты запустил сразу? Да. Блядь, ладно. И тебя не даю. Я не буду возникать. Я просто выйду. Что? Что так сложно стримить со мной, я не понимаю. Я не знаю, что говорить. Спит, наверное, опять. Так, ща. Это не то. Больше нет. Где каравай? Да спит он, наверное, нет? Его нет, он... Может, он в бассейне? Может, купается вообще? Ты уверен, что в комнате нет? Генсука, там крова есть? Да. Он у вас? Что? А, да, кровать там, у них есть. Да. Наташа, идем к нам. Наташа, идем к нам. Опа! Ну я стрёмно выгляжу, типа я. Ну ничего страшного, Наташа. Все мы стрёмно выглядим. Тут такой свет. Я вообще с хайлайтер, хайлайтером нахерачилась, и тут такой свет, у меня просто нос блестит. Привет, строго. Да сними маску, дура, ты отлично выглядишь. Нет. Да кто цвет ебаный? И что? И что? Господи, кто тебя не видел? Да. Дайте мне сесть тогда. Ты можешь снять маску? Или я ухожу просто. Чё ты уходишь? Куда ты уходишь? Лохушка. Че ты берешь телефон в руки? Ты можешь нормально стримить? Написать. Кому? А ты что за? А? А там можно, в панике можно. Пусть идут. Тебя? Вот так вот меня не видно? Да, не видно, Илюх. Нормально. Да, допустим, если сейчас она не будет. А что ты ОБС не откроешь? Да не видно тебя, Илюх. Ты почему не можешь сесть там, чтобы тебе было видно? Что? Почему ты не делаешь так? Не знаю. This out. Да. Как у тебя дела? Нормально. Ты очень классный парень. Спасибо, Илья. Какой яркий свет. Бля, как сесть-то? Да нормальный свет, господи. Не, он когда близко, да. Смотри, апси. Смотри, на мою руку посмотри. Мне нос светится прикольно. Ты без дилея запустил? А? Ты без дилея? Не, с дилеем. Еще я. А? От пота. Ты с дилеем? Да. Бля, ты нахуя? Ну потому что, чтобы быстро запустить было. Бля, 15 секунд нахуй. Это же. Ты на чем наступила? Ты зашел секс. Я, кстати, туда тоже наступал. Так я поранилась, прям вот нахуй. Так это а, ты поранилась? Надо прообработать тогда. Есть аптечка? Слюнёй облежим мою пятку, блядь, оленён! А ты что, классная? Да. Ты тоже ударился? Да, да. Эту хуйню. Боже. О. Надо спиртом обработать. Как ты хорош, блядь. Я просто при виде тебя, понимаешь, возбуждаюсь, блядь. Да там царапина просто. Ну как царапина, смотри.
пятки. Фу, сейчас вот фетишисты будут дрочить. Убери, дура. У меня дырка в пятке. Ты можешь что-нибудь говорить? Хули ты в чат ты пишешь? Он пишет в чат. Нормально, доминирую просто. А что, почему он пишет в чат, вместо того, чтобы общаться с ребенком? А где он сейчас меня... Его не видно даже в чате. Блин, мне нужно обработать. Ариняна, ближи. Я все правильно сделал? Чем? Да нечем обрабатывать, я тоже кровью истекал. Ты чего делал? Лиз, оближи. Серега! Чего он так писал, сука? Строго, давай ты пересядешь на тот стул. Строго, ты специально прячешь чат, чтобы не было неловкой ситуации? Да. Какой неловкий? Ничего, Ваня, ты сейчас запись откроешь, блядь. А что? А ему что советуют? Чем пишут? Что? Так, сейчас это звучит. Не сдавайте меня. Не сдавайте, пожалуйста. Обними Алину. Не сдавайте меня. Целуй. Не сдавайте. Обними Алину. Не сдавайте. Не сдавайте. Слэш саб мод. Саб мод ставьте срочно. Не сдавайте в плане. Сабмод, модерация. Пожалуйста, быстрее, пока они меня не сдали. В смысле? Не понял. А что ты сделал? А, ничего. Блин, нихуя. Я думаю, ты сейчас как под дых дашь мне. Я скример. В реальном жизни. Слышишь, Диман, иди к нам сюда. Бля, на колешке тебе? Типа. Она у меня так же палпи отжала и я не отдала. Она вообще все отжимает пальцы и не знаю, оставляет. Она такая чисто. Ну что ж, все, ты бесишь. Да где? Я на стол? А у сядь на вас, на... Ладно, сядь на меня. Я бы сейчас как сел. Там Илюха голый ходит. Сядь ко мне на коленке. Реально, строго, я сюда сейчас, давай. На строго на коленке? А, ты строго говоришь или... Давай попмечься. А давай на эту коленку, а я на вот эту коленку. А Диман мне на коленке сядет. Давай. Нет, братик, давай. Ага. Давай ты на меня я на коленке садишь. Я так, я тебя садись. Раздавлю. Ты настолько маленькая, садись, садись. Да мне похуй вообще, не, абсолютно. Надо, садись туда на коленке. Садись. Садись. Ну, чтобы как раз вы ничего не садись. Строго, ты можешь лечь просто. Да мне похуй. Садись. Сынок. Какой сынок? Садись. Ну, ты же в бункер попал, смеял. А, я истекаю кровью. Че, вы накупались? Да. Я думаю, я достаню, еще вы будете купаться до сих пор. Да, конечно. Я жду, пока там температура поднимется. Я истекаю кровью. Там очень холодно. Сауна есть? Да. Да. Кайф. А нам нельзя. В смысле сауна? Не было там. Там нету сауны. Кому ты врешь? Там есть хамам. Там хамам. Наташа, там хамам. Зачем? Реально? Да. О, это балдеж. Он меня боится, я уже его зашугала, пиздец. Иди сюда. This out. Что? Иди туда. Иди садись. Садись сюда. Садись. Сколько тебе 5000? Иди сюда, солнышко. Ничего страшного. Слышь, this out. Да. Можешь покупаться? Камера ебаная. Бля, самурай, что ты делаешь? Самурай там глушил, засекает. Слышь, что ты делаешь? Самурай голый, блядь. Самурай голый. Дюн. Не, вот там не видно, его не видно, его не видно. Нихуя, он там носил. На Арине прям заканчивается. Садись сюда. Строк, давай, садись, чего ты мямочку предлагаю? Садись, да давай, тебя не видно. Диман, садись на коленочку. Да, мне. Да куда там? Димай, Диман, нахуй. Диман, садись. Все. Диман, и так видно. Куда ты, блядь? Куда ты Строк лезешь? Куда ты лезешь? У меня волосы уже как упало. Ну вообще... все. Блять, у меня блестящий нос, блять. Кстати, да. Может, у тебя мама... Вы можете смотреть с задержкой, чтобы я мог хуйню делать? Какую хуйню? Пока вы не видите. Какую хуйню ты делаешь? Никакую. Да я на тебя не смотрю вообще. Сидим, пердим. Угу. Ну что, строго, твой стрим, давай задавай. А, кстати, как ты так реально, делаешь? Реально, ты стример, почему ты не... Я не знаю. Не блин, а контент. Чего с Моником? Во. Так лучше? Да. Только ракурс. Диман. Надо немножко камеру как будто подвинуть. Да. Так вот чуть-чуть. Что я не понял, что. Вот так. Что здесь на коленке, Диман? Сиди, братишка. Не? Раздавлю тебя. Строго. Сколько тебе лет? Подожди, сколько ему лет, чат? 18.
Здесь, ему 17 лет, по-моему. 18. Я кровью истекаю строго. Смотри, чат сейчас ответит. Пиздец, я умру. Мне только нужно... Они про задержки немного ответят. Сейчас. Сейчас немного пройдет. Они услышат, что... Зам такой. А что он пьет? Пепси? Дай пепси. Дай пепси! Строго, возьми мне пепси, пожалуйста. 18, в магазине перекрыл. 18. Давай. 18. Строго, я хочу пепси. Ты иди в пизду, Натаха. Сгони. А у нас одно пепси только? Оп, ясно. Я возьму. Я, получается, теперь Марк. Ну, почти похож. Что ли, о. Чё, ребятки? Дай. Ну дай мне попить чуть-чуть один глоток. Алина просто залипает, да? Смотрит в экран. Молодец. Строго. О, спасибо, Илюх. Настоящий человек. Ты все? Напилась? Все? Может еще? Бери один глоток всего лишь. Уже два. Ты просто на меня смотри. Вот и контент пошел. Ларин, извини. Соблазнительный лоб просто такой. Дайте мне телефон. Что? Соблазнительный лоб. Лоб? Да. Кто тебя заставил, блядь, меня бить? Может, ты допьешь? Уже. Стоит подошел. А чё ты меня бьешь? Блядь! Я хочу пойти на бассейн чилить. С пепси? Да. А чё? Пепси куколд. Слышь, тут написано пепси куколд. Да это тебе бить нельзя. Так, Илюха. Отлично, юмор она. На уровне прям, ну, дико. А что там, одна пепси осталась? Мне кажется, я на стендапе. Не, подожди, если один глоток. Если бы было несколько пепси, обстояло тебе на душе? Хорошо, один глоток. Сейчас, видите, вы все уже пересосались просто. Вам фактически остается просто губами. В принципе, бутылку можете убрать, да, как лишний предмет. Друзья, скрываю свою карточку здоровья. У меня коронавирус. Только это не бункер, нихуя. Строго. Он что-то писал? Нет. Ты что-то в чат писал? Управление мужчиной в прямом эфире, ребят. Мои киски. Что? Мои киски, он что-то писал. Ну-ка, чат, напишите. Что? Мы... Я такого не писал. Здраво, сюда, блядь. Найди его. Мои киски захватили стрим, блядь. Кто написал? Строго, блядь. Иди сюда. Строго, иди сюда быстро. Ну я примерно предлагал, что весь этот стол был примерно... Не было такого, прочитать, чел пишет. А что они тогда написали? Не знаю, что они писали. Но я ничего не говорил. Давай, садись. Тише, Люх. Строго, садись, не стой. Нога, правда, нет. Посижу, хорошо. Капец, такие противные, что ли? Кто? Мы. Пепси? Мы. Все противные. Что там пишет? Что с нами никто не хочет? Что пишет? Я не знаю. Мы сидим чисто. О. Сюда. Блин, были бы у нас купальники. У нас завтра будет купальник, а завтра будет... Заебись. Завтра будет swimming day. Завтра будет... Наконец-то можно на девочек посмотреть. Да. Конечно, можно будет на лежачке лечь с коктейлями. Завтра будем стрим с купальниками или что? Да, завтра будет Арина в купальнике. Бассейн не может, да, с купальником. Не, я не буду, я не буду. Будет. Почему не будешь? Будет. Ну тогда я тоже, блядь, в одежде буду. Я буду в одежде, серьезно. Она в одежде. Купаться? Купаться в одежде. Ну как, они в платье прям? Тебя не пустят. Ну я футболку большую возьму какую-нибудь и все. Нет, это вообще не соблюдение этикета, понимаешь? Согласен, неуважение. Неуважение к дому, к жильцам дома. Садись. Чаще. Строго, и знаешь... Чё? Как я оправдаю свое действие вот с первым топ-клипом? Ну? Янцук, тебя завтра еще тикток. Я начала падать. Да, скажи, да, да. Падать. И решил учиться. Янцук, ты придумала завтра тикток? Если начала падать и решила... Подожди. Начала падать и решила потрогать твои яйца у меня.
Я говорю, не оправдывайся, не оправдывайся. Я начала падать, облокотилась, и у меня типа, ну, рефлекс работал. Сразу взяться, да? За штурвал. Ну, как еще это оправдать? Это серьезно, там можно посмотреть, что там все по инерции идет. То есть я облокачиваюсь, и у меня сразу, меня тянет. Я хочу отодвинуться, и у меня инерция. На руках. У него еще по эрекции шло, в принципе. Теперь это называется инерция. Вот, и как бы и вниз рука так, знаете, понимаете? И все. И поэтому получилось так. Интересно, сколько этот клип набрал просмотров? 26 тысяч, по-моему, мне. Мы только что топ-клип смотрели. 26 тысяч. Да ты посмотри, ты просто посмотри. Популярные клипы, вон. А, нет. Вот, смотри все. Блядь. И ты там. Вот. Ты сука взяла. Взяла срока за песню. Ебать. Так ты чекни, ты посмотри. Чисто. Я себя оправдаю на 100%. Что оправдаешь? Скажи, что? Хочу. Что? Что ты оправдаешь? Хочу. Есть кол Сейчас. Зеро? Нет, давай. Хоти зеро. Так закажи. Или тут... А, кстати, тут есть Яндекс.Лавка? Как тут? Как тут? Жопа! 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 Ой. Жопа! 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 Ебланы. Так я боюсь, что-то... Слово что это у него вообще тут сделано? Что я это за хуйня? Другое слово. Где-то сбросить трансформацию. А зачем тебе сбрасывать? Потому что у него хрень. А где тут? Где? Что тебе надо помочь? Сбросить трансформацию. Похуй, короче, удалю. Добавлю заново. Я вообще гений. Так ты в режиме студии сделай. Какая режим студии? Чтобы чё? Не видно было на стриме сразу же, как ты добавляешь сцену. Так смотри. Смотри строго. Давай. Вот видишь? Вот эту сцену они не видят. Вот эту сцену ты видишь. Ты добавляешь. Что тебе надо? Они ничего не видят? А, не видят? Нет, они не видят. Экран, тебе что? Экран. Экран? Да. Смотри. Ты на... Именно экран или окно? Экран. Рабочий стол. Экран. Мы изучили сегодня одну букву какую-то. Так, подожди. Заход экрана. Вот, пожалуйста. Так. О! Рабочий стол. 700. Я так и хотел. Смотри. 700. Так, и что тебе обрезать надо? Ничего не нужно обрезать, давай. А что ты... Все, просто рабочий стол мне нужен был. Ребята, можно? А как эту хуйню убрать? Вот так переход сделать. И режим студии убрать. Нормально. Нихера ты наумничек. Нельзя показать. Да. Убери. Я не увидела. Не надо. Я, кстати, как только зашел. Да, ты говоришь, да, я то, что ты понимала. Я только зашел, я сразу увидел это. Я не знаю почему. 700? Ложных и истинно любви. Да, Диман, только, пожалуйста, не спали эту хуйню. Диман, даже не ходи с этим учебником. Мне уже поздно любить возраст. Почему я это открыл сразу? Интересно. Смотрим. Он, короче, нашел порно книжки 80-го. Ширина пятки года. У женщин отражает размер. Смотрите. А, нет, это не порно книжки. Это Наташа, не фейк. Какой размер у вас? Наташа, как ты это оправдаешь? Наташа, как ты это оправдаешь? Ой. Оп. Покажи пятку, Наташа. Нет. Оп. Спасибо. Да я не схватила. Ты посмотри. Нет. Сжала. Ты посмотри, я облокотилась, начала падать и оттолкнулась. Я оттолкнулась, я даже ничего не поняла. Алло. Смотри. То есть я приблизилась. Облокотилась. Оп! И я даже не трогала. Вот я даже. Нет, я отодвинулась, я даже не трогала. А Ванёк уже там это, слышишь? Брызнул. Нет. Уф! Она еще так на меня посмотрела потом. Серёг, ты будешь что-то с этим делать? Я Катюху уже потрогал, что мне. Смотрите, я чисто со своей. Видно экран? Надеюсь, что да. Смотрите. Охренеть. Такое что? Чисто раз в 10 лет бывает. Блять, строго и забор, пиздец. Мне по факту написать. Строго! Я виноват, это чел назвал. Строго и забор. А забор-то почему? Леонкор, красава. Прям. Смотрите. Илюх, ты слышишь, что ли? Нет.
Нас сыт в раковину. Просто на угол уже там, слышишь, да пофиг, и так грязно, да? Надеюсь, они видят, да, все? Где наш чат? Вот так ты можешь сделать, смотри, вот так, оп. Оп, охуеть, да? Красава. Имба чисто. Смотри, потом вы такие еще. Ищу себя в пошмандовках Азербайджана. Ну как себя, вас ищите. Я еще и млад. Садись! Я сижу так. Я тебе не сяду, иди в пизду. Строго. Ты начинаешь... Давай камень, нож, и бумага. Подожди, я давай еще... Давай еще клипы посмотрим. Подожди, подожди, давай еще, давай еще клип посмотрим. Отпусти. Еще самые нормальные клипы посмотрим. Ой, прошедшие трансляции. Что? Ну да, не, я не знаю. О, это что? А, это не то. Нет, не то. Это чья-то срака. Да, я что-то не хочу смотреть, блядь, без палева, что это за хуйня? Я не знаю. А что такое белое вот это? Это стул. А, это... Охренеть, стул. Гинсуха разошлась. А что это? Я не знаю. Видать, твоя срака. О, а это кто? Я кого? Это Марк. А, Марка? Ему это взяли лицо. Наташа, что-то ты сегодня перебрала, походу. Да, я не знаю, у меня какая-то мания постучать по жопке. Жопа у генсучки норм. Что это такое? Боже, такой кринж. Как ходить по дому, когда... Да, можно мне мою вебку убрать просто, мне так... Как ходить по дому, когда... Почему я тебя бью, блядь? Я не знаю, ты вообще... Ты уже все позабыла, что ты делала, ты меня так пиздила. Поэтому я шуганный вообще. Пизда. Где донаты? Спасибо за донат. Они не работают. А где бустера канал? Уже не боится, кстати, иммунитет. Да я могу не бояться, ты понимаешь, это дело... Бу! Да блин... Не, я вообще не боюсь. Нихуя. Мы ничего знаем. Пообщайся, поговори, поговори. Я это тоже лучше не врубать. Да этой там... ночью строго... О, это что такое? Бля, можно опять мою вебку убрать? Привет. Ты к нему так подошла? А, так все, такой маленький клип? А, это Zero даже сделал клип. А кто такой? Привет. А что, без палева? Я не знаю. Бля, тебе смешно. Да ты эти клипы знаешь, где будут? Бля, вы не поняли, Рофу, дураки. Что? Посмотрите на меня. А, ты фоткала? Бля, а где эта фотка будет? Вот вон там, где ты и говоришь, Наташа. Про шмолдовки там кого-то там. А я думаю, что без палева, я думаю, блин, строго же. О, нихуя! Удали фотки. Да нормально, господи. Да, нормально. А мне дрисиду, блядь, какую-то показал. Соломинку нахуй ебану. А где чат опять? Куда он ушел? Ой, блядь. Улетел, точнее. Пиздец. Что ты сделать? Я ничего не делал, честно. Я уже просто, я уже не знаю, что ему сделать. Да что фотку? Вы можете просто любой, когда я врубал вебку, когда... Сейчас найду, подождите, любой клип найду, погоди. Тебе так больно, подожди? Не больно. Ща. Ща, где? А что ты мучаешь? Правильно? Да просто... Я просто... О, смотри, просто отсюда вас скрин делайте. Просто вот отсюда. Вот отсюда вас скрин просто. И все. И все. Что тут искать? Такая же фотка просто. Ты можешь это... Получи качество. Бум. Ладно, ой, Манесси. Иди в сраку. Ой, бля, хочу вам опять этот клип. Прости, Наташа. Он еще до конца дошел. Ну, короче... Да, я стримлю. Ты стримишь? Да. Ну, с девочками развлекаюсь. Тебе спать пора, иди спать. Какой спать? Еще все только начинается. Бля, мне так кринжово это говорить. Ты уже проделал все. Что, я ничего плохого не делал. Кринжа просто. Я ничего плохого не делал.
Тебе тут 10, да? Какие там грибы еще есть? Строп. Что? Окей. Ладно. Это пиздец. Чего себе пишет Арина, Арина, Арина? Чек бустеру. Строго! Подожди. Смотри, смотри, смотри. Оп! И заржал, смотри. Опа! Вот они не видят. Нет, ты понимаешь? Нет, ты понимаешь? Чат не видит, чат не видит. А, не видят? Подожди, дай я сделаю. Да не трогай! Я умею сам. Да я сама, давай! Съебалась. Видала? Видала? Молодец, нихуя себе, вот это да. Ничего себе. Бустера не осуждаем. Нам нужно удобнее просто вкладку включить. Бустера не... Вот смотрите, бустера не осуждаем, потому... Ну как не осуждаем? Заново посмотри, заново, заново. Понимаете? Это... Так заново посмотри. А что заново? Позорите вот на это просто. Можно сохранять клип, чтобы ничего вот не говорила она. И только один в будущее смотрит куда-то, смотрите. Думает о будущем, о перспективах. Это типа, да. Мы оба смотрим на жопу на Дашу, но я трогаю Катю при этом. Вопрос. Строго, слышишь? А? Мы с Доманом убрались, ты выносишь мусор. Да, кстати, есть такой. Смотри, блядь. А куда? Смотри, он просто... Далеко? Смотри, он вообще на секунду просто отвлекся. Не, просто да, чтобы... Я не ты тоже на секунду отвлекся. Не, понимаете, рассказывай. Мы не виноваты. Это не контролится. Честно. Она сама как-то выходит. Подтверждаю. Ей, трекер. Что на жопу смотришь? Да, это не на сиськи. Да, это не контролится, даже Ликс подтверждает. Даже Ликс подтверждает. Даже Ликс подтверждает. Ну нет, ну подожди. Я не тому, что... Не, если ты в этот момент типа себя контролируешь, куда-то смотришь, то есть ты специально, ты знаешь, что проходит девушка, и типа ты специально не смотришь. Нет, ты такой, ты по-любому смотришь на девушку велосипедках, это 100%. Когда ты не ожидаешь этого, ты такой, оп, и случайно... И для этого и покупаешь, чтобы смотреть. А с чем мы пересматриваем 200 раз этот клип? Оп. Блин, он реально так зачекал чисто на секунду. Оп. Глазки так. Оп. Он, знаешь, как будто моргнул. Как будто моргнул. А не взять его успехи? Нет? Пиздит. 100% я пиздит. 100% пиздит. У тебя алерты слава работают? А, да? Не-не-не-не-не. Да. Да? Алерты слава почему-то. Ну все. Оп. Типа, да. А потому что я не хочу ничего подрубать. Не донати мне, не нужно мне ничего. А чё у меня, блядь, вот эта хуйня стоит? А, это не это. А чё? Бля, я ебалан, я вебку не сделал. А ты чё не помогла? Это хуйня, говорит, чё у меня стоит? По факту хуйня. Ну, в моем случае хуйня, потому что у меня другой. Поняла, да? Понял. Блин, накрою уже стекло, у меня скоро, блядь... Эти припадки пойдут какие-то, я не знаю. Трясти скоро начнет. Так. Лучше чат закрыть. Зачем? Не знаю. Ну ладно, пусть будет открытый. Ну что вам будем делать? А что ты стоишь, ты долбой, вообще не сидишь? Я не знаю. Снять ты реально рядышком. Наташа, держись. Строго! Строгоем, я так сказал, сижу, держаться. Смотри, как у него нога бы сейчас вывернулась просто и все. Да, узелочком бы завязалась. Пиздец! Строго! А если бы погибла? Я тебе, блядь. Че ты? Ты просто, ты молюсь. Стоит бы осуждать, Серега, по стриме. Садись-ка рынян на коленки. Давай. Сколько там килограмм, блядь? Ты думала, легче будет? Да. Пиздец. 46? Пиздец. Да не может быть. Блядь. 46. Не может быть. Какие 46? 56, 57 лет. 59 где-то, да. Да нет. Она ростом чисто в грудь дышит. 50. 69 примерно. Как и он. 46. Серега намекает на что-то. 69 говорит. 46. Ой, да. 56 думала, сколько. Говорит. Извиняюсь. Наташа, это... Да я хотела ноги, блядь, не уже. Наташа, давай, Наташа. Да подожди. Чё ты сопротивляешься, давай. Ладно, я просто тут поставлю. А чё он сопротивляется? Чё такое, Костя? А, я сейчас костяшки не выпрошу. Пускай порог, а чё-то вредит. О, вот здесь мне нравится сидеть. Заебись. Контенты же. Эй, так ты тебя ж не видно. Ой.
хочу. Хочу есть. Реально? Да. Там же роллы есть, да? Пиздец. Не знаю. Так закажи просто и все. Они же не выкинули? А, я Макдак хочу. Почему можно столько же? Да. В смысле, я немножко ем. Сколько много? Что для тебя много? Я поела сегодня один бурури, потом бурури, и все, блядь. Я, слушай, последний раз с тобой ела это сколько? 3 часа назад, так что, блядь. Ты так сказала, будто бы суши это какое-то говно. Как будто это 30 часов назад, а не 3 часа назад. Я 3 часа. Я не хочу есть. Почему? Я не понимаю, тут что синабон, Арина именно, почему? Не знаю. Да как слэш поставить? Хуль ты так отворачиваешься от меня? Весь телефон в камере, ты знаешь, нет? Ты можешь мне в глаза посмотреть нормально? Может, не надо? Давай. Нет. Ну, давай, давай. Нет, кто давай, первый отвернется, тот дарит 20 я сабок. Я не смогу. 20 сабок, 20, давай. 10 сабок, нет, 5 нет, сабок. Нет, давай не будем. Ну, Вань, ну давай нормально меня посмотри долго. Да давай, завези контента, подожди, да спокойно. А что, я такое страшное или что? Противное. Бля, это все закончилось, да? Все, давай. Не, давай смотри не будем. Долго. Смотри долго. Я не могу смотреть! Лиса, давай на тебя посмотрю долго. Все, куда такое смотришь? Ты что я такая, я не понимаю, что за меня не то? Просто смотри в глаза строго. А, ты не можешь, я не могу смотреть? Ну не смотри на меня, так пожалуйста. Бля, соберись с ним. Давай. Подожди, давай ты будешь смотреть Арине в глаза на протяжении 5 минут. Давайте один глаз на тебя, минут. Другой глаз на тебя. Смотреть в глаза того, на кого дрочил, тяжело. Black Swan. Что? Ну, я чел пишет Black Swan или я не знаю, как у него читается. Unvip. Какой он вип? Он дрочил, тяжело. Как у него вообще випка появилась? Я не помню. Ладно, живи, сынок. Вау. Я ничего не полила. Че, кто полил? Ты ничего не говорила, слух, надеюсь? Нет, нет. Ну хотя на самом деле похуй плюс поебать. Да. Там такие дядьки стоят, так да. Что пиздал. Давай, все, смотри нет, на меня. Нет, давай не буду смотреть на тебя. Да почему? Я не понимаю, в чем проблема твоя? Не знаю. Тренируйся. Не буду. Тренируйся. Как ты будешь с девочкой ходить на свидание? Я буду до сауда ходить на свидание. Я с тобой не пойду на свидание, Ну значит с Ликсом. А с Ликсом зачем идти на свидание? Не знаю, он крут. Ну, Ликс круто, реально. Да, согласна. Где, кстати, Карабуля? На Карабулю очень позвонил. Каравайс в Сильте. Почему? Из-за тебя, Ринян. Да вообще, он меня вообще избегает. Это я в Сильте. А я не избегаю? Нет. Строго, ты избегаешь, а тебе не получается избежать, понимаешь? Ну, жаль. Ты не смотри на меня так. Подожди. Давай, но, если ты, короче, играем. Если ты, короче, перестанешь на нее смотреть, то ты должен 5000 рублей, понял? Охренеть, у меня такие деньги. Давайте без денег, просто кто выиграет и все. Соберись с мыслями, блядь. Да, блядь. Ты что смотришь, я так ничего не сделал еще. Ты меня толкнул. Я тебя даже не толкал. Бо. Еба. Что? Бося пальчик чисто. Смотри, настоящий палец. Чё тебе руки дрожат, говорю? Не дрожат, ты что, ебла? У тебя руки дрожат. Чего у меня руки дрожат? Ну давай, давай, погнали. С Ариной, пошел. Да я не смогу. Делай таймер какой-то. Ты покупался? Да. И я не буду купаться? Слава, мы сейчас не будем купаться? Слава. Мы все запечатлели то, что ты смотрел на жопу Наташи. Да. Я не смотрел, ребят. Ты прям палил. А, знаешь что? Оправдание для Кати. Он обнимал Катю. Ты что, охуел? Я обнимал Катю. Могу доказать, доказать. Наташа, скажи, что ты эту жопу не смотрел? Не смотрел. Смотрел. Не смотрел. Хотя ты должна знать, я же на жопу смотрел, она же по части спинака не было. Поверил. Так мы же клевили. Да, мы тоже же присмотрели. А он обнимал Катюку. Схаваешь? Бля, братан. Ну, 1-1, бля. Ну, знаешь, у нас типа наши наказаны, я до уровня, значит. А у него сколько в ноль? Он сегодня со всеми девками-то едет. И что? Со всеми, и с Катюхой тоже. Ну и что, и похуй. Бля, пусть мальчик селится. Согласен. Это факт. А факт. Блин, нихуя больше джентльмены все получается. Вообще поебать, братанчик. Ну как, все джентльмены. Кроме тебя. Нет, я бы сказал, кроме джентльмены. Реально. Кто? Мужик.
Спасибо, Никс. Ну что, давай? А что вы делаете? Мы играем в игру «Кто первый отвернется». А, да. О, это ебать. Мы там отвернемся? Давайте, строго. А он на нее дрочил, ему поэтому сложно смотреть. Строго не сил. Ну если не дрочил, тогда смотри. Да, давай, строго. Кто первый отвернется? Хочешь заказать? Ты заказываешь? Строго. Я буду ходок. Ты должен смотреть Арине в глаза, она на тебя. Кто первый отвернется? Я могу не отворачиваться, я могу просто смеяться. Да, ну вот, кто смеется, отвернется. Ну ты просто смотри, да. А, ну смеяться нельзя? Никакой реакции. Давай. Давай, раз. Два, три. Поехали. Ты что, строго? Ты что, мы здесь живем строго? В колодец уже. Да там да ничего. Смотри, сколько там рюмок. Да не плюнул. Строго не соскакивай, давай. Строго просто плюнул, понял? Строго, давай. Куда? Давай. Собрался. Давай, Ликс, массаж. Все, давай, начинай. А массаж? Ты не хочешь? Давай, иди, начинай. Хот-дог не хочешь? Дядя, если хочешь, я хот-дог. Должен доказать. Хот-дог хочешь? Да хватит! Хватит! Достал меня уже, блин. То с одним, то со вторым. Мы играем в гляделки, все. Ну, эти гляделки, понимаешь, не спадут. Строго, давай, серьезно, это серьезная игра. Раз. Ты подходишь к ней как матч. А у него ручки-то вспотели, а не он мне. Понятное дело. Раз, ну, два, три, знаешь, все. Что? Ваня, давай. Давай. Я могу не смеяться. Ну, смейся. И что? Смотри, а со Славой сможешь? Со Славой, слышишь? Со Славой легко. Худок будешь? Вячеслава, блядь, нельзя смеяться. Ну, че он не усмотреть, он тихо не усмотреть. Ты не хочешь травм? Нет, нельзя говорить, нельзя говорить, просто смотреть надо. Да, да, и ты отвернулся. Правила игры – смотреть в глаза, и никакой реакции не должно быть. Если есть реакция, ты проиграл. Все, давай. А сейчас будем ждать, Наташа? Да. Да похуй, до 7 утра здесь сидим, честно. Я так понял, сколько времени будет. Я так понял, стример сыкло. Почему я... Я так понял, стример не хочет играть. Я так понял, то, что стример даже не может, типа, девочек свои часы показать. Ну, если только завтра, нет, ну, а как завтра? Купи что-нибудь попить просто. Купи, пожалуйста. А попить вообще ничего? Да, вообще ничего нет. У нас вода есть, в смысле, ничего. Нет, такое, знаешь. Пиздец, мне лучше как-то заходить. Хотя нет, наебал. Ну, есть 500. Ну, давай тоже. Давай. Скинешь потом эти фотки, ладно? Какие-то там фотки. Давай, готово? А, да. Ну, которые ты с ним сделал. Давай. Давай. А кому-то потом фоткал? Тебя фоткал? Не, себя. Да я не могу, блин. Давай, давай, скрывай. Ты проиграл уже второй раз. Да и похуй. Мы ни на что так же стоим. Давайте на сапки. У меня денег нет. Я ничего не буду. Дашь? Да. На 20 сапок, да. На 20 сапок. Разъеби его, брат. Строго, на 20 сапок. Я не смогу не улыбаться. Так зачем улыбаться? Ну, значит, ты проиграешь. Обнять надо. Просто не морбай. Улыбаться раз нельзя, смеяться не можешь. Давай. Смеяться нельзя, отворачиваться. Я тебе говорю, чит, Ванёк. Просто улыбайся, просто улыбайся. Как хорошо, что у меня зрение плохое, я не вижу взгляда. Найди точку, какую смотрите, все. Около глаз, но не улыбайся. Найди точку, высыпь меня и все, смотри, и давай, давайте лучше не моргать. Ты только что проиграл. Дай похуй вообще. Блядь, можешь нормально сыграть. Не, давайте не моргать лучше. Но она будет бесконечно смотреть. Будешь ты бесконечно смотреть, срок, ты не можешь 10 секунд посмотреть. Я смотрел 2 секунды только что. Давай вот, давай минуту. Придержишься? Давай, собрался. Давай. Минуту, да? Окей. Ну, как это ушел? Говорить нельзя. Ты будешь ничего найти, Слава? Бля, десаут, иди в пизду. Да что ты? Это десаут начал отвлекать. Ты засыпался. Пипец, вроде простая. Я думал, ты мне говоришь просто. Я говорю, Слава. Ты, блядь, Слава, что ли? Ты, блядь, Слава или чё нахуй? А ты что, не спать, что ли? Не, они в Камаме. Камаме. Строго разъеби её, брат, в тебе. Арина, прям слышишь, она вообще... Бля, Арина, пиздец, взгляд коршуна, нахуй. Просто хищный, блядь. Вот, прям готов. А Ваня сейчас подсобрался, наверное. У меня нос, блядь, дрожит, я. Да я не могу, я... Снимай ее, пусть она сдается нахуй. Я помогаю, давай. Зазум его прям жестко. Я уже максимально зазумил. Максимально? Просто квадрат, да, лица? А что нельзя? Не могу посмотреть. Не могу. Она отвела глаза. Я видел, да. Она проиграла. Заснял? 20 сабок. Арина, я на тебя ставил. Да мне соло, блин, снимают. Братан, потом, слышишь? Сабки пополам делю. Хорошо. Это нечестно. Ой,
дари 20. Не надо. Только... Я не знал, оставайтесь в хамаме. Спать? Как раз 50 градусов всего. Не, братанчик, я хочу отдохнуть хорошенько. Согласен. Поспать, потому что для сегодня кровавая ног. Завтра едем, поэтому... Что, крова? Я говорю, слишком рано сегодня крова встречали, пиздец. А мы сегодня его встречали? Да, да. Ну вчера уже, получается, в 7 утра. Я влюбился уже, через время потерял вообще чувство. Вчера, сегодня, завтра. Ну такая на любовь, блядь. Ты просто ты не следишь за время. Время, то есть оно уже не имеет смысла. Что знаешь, не зря Эйнштейн говорил, что время относительно. 703. Охуенно, блядь. Нет, бы G-Pro купить, да? Мне нравится G-Pro, мне нравится. Не нравится G-Pro? Мне нравится G-Pro. G-Pro без авто. Поступали в бассейн. Происходит легкий чилинг. Чилинг. Легкий чилинг, блядь. Я всех отметил, кто был. А? Ты че, Валер? А? Ты че? Я ничего. Бля, охуеть, такое количество людей просто все статично фокусят. Охуеть. Охуеть. Вы что, в пупке играли? Лучше вы в папку играли. У меня, кажется, неплохой, на самом деле. Ой, нихуя. А. Развлекались с девочкой. Да это не я ставлю. Потом на меня обижаются. Кто? Догадайся, кто. Девочки? Я? Нет, ну там легко догадаться. Я обижаю. Ну, тебе может обидеться. Ты мне сейчас напишешь, кто? Сейчас надо двигаться. Блядь. Ну просто. Ну я понимаю. Были, но... были названия всякие. Ну да, понимаю. Что? Во что играть? Во что играть? Запускай контруху нахуй. Сиреня один на один, бля. Или знаешь, она на мышке, блядь, на клавиатуре нахуй бегает. Как раньше. Что? Что? Че он съебался, блядь? Бля. Одно лицо делится. Да это я там уже просто чил. Что ты, блядь? Сейчас слюна тут не течет. Покажите. Ебланы. Кто это сделал, нахуй? Ничего не в кадре. Я хочу. Ой, блядь. Я устала. Ты не устал? Ну я не то, что устал, я, блядь, не хочу поесть. Мы только что заказывали. Да. Ну да. Я хочу, я уже, ну я же, ну здесь уже... Вы купаться еще пойдете? Я уже купался. Бля. А что, мы уже все воду поссали, а сейчас ты пойдешь нырять, так сказать. А, кстати, очищается? Хуй знает. Правда ли действие? С чего ее? Правда ли действие? Давай, Сереня, просто в правду или в правду? Нет. Давайте в правду, давай. Давайте просто в правду. Строго. В правду, Сереня, сыграйте. Давай и с тобой. Бля, нахуй ты ему в ваш треугольник не собой. Какой треугольник, блядь? Нахуй ты треугольник, так сказать, чертежу, блядь. Ну, будем вопросы. Чертила, блядь. Ну что, срок готов? Мы этот чилик модный, блядь. Диман. Друг такой зададут просто. Ты лёгкий. И ответит. Ты из монахи? Нет, по-моему, нет. А чьи? Даже не твои же? Да. А так, чьи окуляры? А, это у Ани, кстати. Аня забыл? Да. Да, они забыл. Тебе, кстати, идут нормально. А где? На моде. Да. А что ты смотришь, блядь, задержкой нахуй экран? А это чтобы они не видели то, что делал на веб... Бля. Ебать нахуй солидный чел, я ебу. Все, вырубаем, смотрим задержки. Все тогда, до завтра, я поеду. Строго оставляю ее. Бля, строго хватаю за задницу, братан. Все, какая здесь свалка? Не надо, там ловушка. Бля, братан, забань все на день быть. Надо быть стойки. Так ему... Да, согласен. Подожди, ты уверен вообще, что Боя сказала, да? Ты уверен, что за это Ваня? Ну, за жопу лучше трогать. Хотя его один сука за член трогал. Да не трогал! Че ты ржешь на твоем стриме? На моем. На твоем. Да не за член, а просто. А, да? Наташа, садись. Че ты даже, блядь, ты на чьей стороне? С тобой я еще раз говорю. То есть вот так я... Ты на чьей стороне, говорит? Ну что я сейчас делаю? Я на стороне контента, Слава, мне вообще похуй, видишь, да? Сейчас я руку... Давай. Блин, на стороне контента такой растяжимый. Только ты понимаешь, у тебя метр? Блин, мне что-нибудь свою достать? Поднабрал нахуй. Ну что ты, блядь, свою спичку убери, блядь? Она что, на туре ушла? А, нет. Она что, на туре ушла? Она тебе байки надет, когда ты остановишься.
Все, до завтра, ребята. Давай, давай, Люба. Попизди, попизди. Она реально уходит. А здесь уже такое? Да. Сад, не хочешь пойти покупаться? Я пойду смотреть. Беги, беги, да, падай ей в ноги, просто трусики, бля, снимай с ней, нахуй, начинай, бля, хуйни минно, бля. Он дает 50 нахуй. Не упадешь, надеюсь? Нет. Ой, бля. Ой, ребята, ребята, блядь. Ну что, рассказывайте, нахуй. Как у вас дела, блядь? У меня хорошо, он только. Кто пернул, блядь, строг, ребят, посмотри на его ебучку, бля, грустную, бля, скунс, нахуй. Бля, строг. Бля, у меня, когда я слишком расслаблен, я не знаю, у меня этот глаз открыт, а этот закрыт. Дядь, скажи спасибо, посмотри. Скажи спасибо, что какашка, блядь, бесконтрольно не вылазит, бля. Прикинь, какая тема у тебя была, типа, ты расслабляешься, тебе просто котят на жопу. Нет, я не знаю, почему так, но когда я расслаблен, грубо говоря, у меня вот этот глаз закрытый, чем вот этот. Я не знаю, как это вообще нахуй работает. Я не знаю, ребят, я скажу так, что строго он очень сильно сыт, и если бы, типа, он мог, то он бы спокойно его рот насувал. Где ключ от дома? Я ебу. Она еще приедет? Она еще уедет? Она еще не уехала, дядя. Она не то, что приедет, бля. Понимаете, ребят, мы слишком часто отпускаем то, что мы хотим в этой жизни, понимаешь? Просто из каких-то комплексов, из каких-то, бля, страхов, бля, из каких-то... Просто даже банально из-за неуверенности так в себе. Она завтра приедет, ребят, все нормально. Дядь, ты понимаешь, что завтра может тебе не наступить? Это жизнь. Это жизнь, реально, к сожалению, блядь, но это жизнь, ребят, я вам так скажу. Строго уже ничего не поможет, ребят, но я хочу, чтобы для вас это был урок. Вы должны понимать, что пока у вас это на расстоянии вытянутой руки, вы должны это хватать, ребят. Вы должны пользоваться моментом, ловить момент, потому что жизнь, она... Ну да, туда должен каждый наступить, чтобы не наступать, наверное. Жизнь, она, к сожалению, ребят, имеет свойство кончаться, блядь. Не упускайте свои возможности, блядь, реализуйте их, жизнь одна, блядь. Вот так вот, нахуй. А дальше уже сами думайте, блядь. А я в кадре здесь? Нет. Вот, смотри. Бля. Вот, моя рука не в кадре. Ебать, что за хуйня, нахуй? Что за хуйня, блядь, рука, нахуй, 2 сантиметра, блядь. Так-то у меня, блядь, здоровенная, блядь, пиздец. Он, кстати, вы не представляете, он на вебке намного больше кажется, чем в жизни. Такого быть не может, дядь. Да. Я еще сижу. Я серьезно говорю, ты очень маленький какой-то. Как его? Вот я сейчас... Йо, ты чё, блин? Это ты вообще душара. Я не знаю, что он пиздец. А может, втроём работаем строго просто? Дядь, я в один работаю. Давайте на диване меня уработайте. Вот пацаны, он сам это сказал. Я честно, я тебя один нахуй разнесу, я реально. Ты не мог здесь меня победить? Это не имеет значения. Ты не мог меня здесь победить? Какая разница? Какая разница? Я Илюху... Ты на меня пиздел. Ты на меня пиздел. Ты в интернете на меня пиздел. Дядь, при чем здесь это? Это ты... Как ты сравнишь две вещи? Ты меня выиграешь. Я Илюху заборол. Я Илюху 10 из 10 раз заборю, бля. Потому что у меня база, бля, борцовская, нахуй. Мне похуй, бля. Я крепыш, я греплер, бля. О, Ликс, давай я с тобой. Что ты? Бля, всегда поверился. Не, но он знаешь, выиграет, я почему могу сейчас не выиграть? Потому что у меня банка болит после подтягивания. Бля, ебать, эти лапа! Готов? Не давай. Раз, давай, два, давай. Три. Не! Не-не-не! Не собрайте руки, бля, вас не, я это не пизда. Не, Диман, это... Ты строго, подожди еще, сейчас поподтягиваешься, нормально будет. У тебя нормальный хват. Ну хули он, бля, хули 17 лет. Ежедневно. По 7 часов в день, бля, дергает, слышь, свой USB провод, блядь. Ой, бля. А че за микрофон? Че ты сейчас присунул? Не, я хотел подсказать, но потом подумал. Что представил, бля? Еще не все потеряно. Да че, ребят, я вам сказал, что... Еще завтра наступит. Понимаешь? Она приезжает. Дядь. Она ушла? Она ушла, можете выебаться, пиздеть. Сосунок, да. Но, нет, да я не знаю. Она приезжает, и мы с ней идем в бассейн. И ты просто пиздятину и лежишь, бля, прям. Делаешь так или нет? Или зассал, нахуй? Зассал. А как же каравай? Нормально, блядь, слышишь, что ты там кент, нахуй, блядь. Каравай спит со своей комнатой, его, блядь, он хочет его бабу, блядь. Какой Ваня хуёбок. Блядь, Крис оказался под залупней, блядь. Касим лезет. Не я же, блядь. Так и чё? У Дусаута тоже уведу. Блять, кого ты уведешь? Ты себя повер, у тебя хуй, блядь, мизинец, блядь. Ты ебан, ты нахуй совсем, блядь. Варбрестлинг обыграл, дурачка. Я тебе нахуй, я тебе, блядь, спарринги, блядь. Хочешь, поехали в октагон сейчас с ним, блядь? Сейчас. Я тебе, блядь, сейчас... Не, давай на туре. Давай, давай. Перчатки возьмем. Да, давай, у меня есть перчатки. Давай. Согласен? Да. Ну вообще? Дядь, ты... Не, я знаю, что меня пиздец. Ты сравнишь... Да причем здесь дыхалка, тут даже не в этом дело. Ты просто сравнишь... Значит, ну, грубо говоря, ты можешь, блядь, против чемпиона мира, блядь, выскочить в армрестлинг, блядь, а потом с ним выйти в октагон, блядь. Ой, против чемпиона мира по армрестлингу. И потом выйди с ним в октагон, если такой, у тебя есть какая-то база. Перчатки берешь? Да, конечно. Да? Да. И на видос завтра. Да? Да. Я пиздил строго.
Или как это будет называться? Я отпиздил. Строго получил пизды. Видос будет называться. Меня отпиздил строго. Можно назвать, получил пизды просто. Получил пизды. Я ничего не буду говорить. Я ничего не буду говорить про рестлинг туда-сюда, блядь. Пусть нахуй надрочил себе, блядь, свои предплечья. Пусть сидит довольный, блядь. Я уже сегодня одного лоха попустил, которого в интернете пиздил, нахуй, заломал. Кого? Илюху. Че ты заломал его? В смысле? Ну там, когда я его угрожающий сделал, блядь. Так что? Это в крысятнический способ. Какой крысятнический? Он тебя уводил? В смысле, я ему прошел в ноги, блядь, ебать. Я вначале в клинч дал, потом прошел ему ноги, дурачку, нахуй, заломал его, блядь, и потом просто за спину зашел, он угрожающий взял. В смысле, блядь? Ты следующий, блядь. Мне похуй, блядь, я духом сильный, блядь. Может быть, я щуплый, блядь. Не поебать нахуй. Это я говорю, дух решает, блядь. Пусть. Хуй с ним. Чё-то ещё до слабый хуй маленький, он слабак. Бля, ты видел этот клип, кстати? Какой? Прям жестко, если его посмотреть, когда ты это. Когда Гинцу смотрю? Да. Да не смотрел на нее. Смотри, ты хочешь посмотреть? Ну, давай. Смотри. Хуй, эти технологии, ты так делаешь? Да. Смотри. Давай. Ой. Не смотрел, ой, дядь, я бы только не написал. Ой, да блять, я еблан. Да. Смотришь? Да. Ты смотрел. В замедленном действии смотрим, смотри. Мне кажется, хуйня какая-то. Нет, смотри. Чек-бустеры. Смотри. Бля, Серёг, без обид изначально. Ничего, вот, посмотри. На Серёгу посмотри. Смотри, смотри. Ох ты, сука, дядь! Смотри, руку видишь? Смотри. Смотри. Куда? Дядь, на секунду, бля. Смотри, да, на секунду, смотри. Чпаник? Задумался. Дядь, я, может, просто глаза смотри, 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 я изначально в ту сторону нет, смотрел. Нет, если ты смотрел изначально в ту сторону, ты бы резко глаза бы не убрал. Я просто, у меня нервный тик, нахуй. Какой нервный тик? Смотри. Дядь, меня, блядь, блядь. Смотри. Блядь. Оп. И что, смотрю, блядь, в оператора. В оператор там такую будку оператора смотришь. А вот это куда смотришь? В глазок. В черный? Или какой? Ой. Мы оба в глазок посмотрели. В коричневый, точнее. Да что вы не... Да я вообще не... Бля, да все, закройте рот. Остановите, я сойду. Бля, ну про что вы... Что вы думаете вообще, это пиздец? Просто пизда. О чем вы думаете? Не, ну, кстати, по факту цвет дефекации зависит от употребляемых продуктов и, блядь, и от сопутствующих, блядь, заболеваний, да, желудочно-кишечного тракта, блядь. Поэтому, блядь, что? Бля... Ты в курсе, что кал может быть даже светлого белого цвета? Бля, я... Да, я собачий видел. Слушай, я недавно был, ну, узнал. Типа, черный кал — это когда у тебя какие-то кровотечения и так далее, блядь. В каком-то из отделов, блядь, уже. А, смотришь клип, кстати? Ты ведь вообще клипов не видел? Не. Смотри. Ты, это пиздец, чел, я просто всех девочек себе забрал. Бля, куда ты летишь, нахуй? Смотри. Сколько? Они тебя из жалости, блядь. Не из жалости. Смотри. Ты не веришь просто мне. Да. Бля, хули здесь так по ногам-то дует, ебаный сыр. Да, смотри. Я бы это ноги поднял, дует. Строгий забор. Ну, там, за писюнчик ты видел уже? Это ночью смотри. Я тебя одесно знаю. А, я это видел. Я же тебя это видел? Да, да. Ну, покажи вот это какое-нибудь. Вот это, смотри. А жопа в гинсучке норм. Не знаю, что. Арина спалила кого? Нет, давай не будем. На. Смотри. Это я, если что. Да ну нахуй. Думаю, что смотри, это девочка. Никого нету, кроме девочек, смотришь? Ну, бля, сейчас этот свалит. И губы потресканы. Губы просто от этого, смотри, от смотри. Потресканные все, блядь. Смотри. Это я. Блядь, посмотри, как она трогает, Серёг, ты уверен? Это я, смотри. Не уверен. Ты что, ты завтра с ней приходишь, блядь? Да самурай съебался нахуй. Все, съебался самурай. Просто из жалости, блядь, каждый смотри. Нахуй по 100 тысяч дал. Посмотри на Байону, сколько сейчас ему ебаном сидеть нахуй. Посмотри, насколько она, вот это, сюда смотри. На Аню смотри, она думает, блядь, ебать чухан, блядь. От кого воняет говном, блядь? И только Натаха трог, не понял. Смотри, смотри, смотри.
Видишь? Это я. Смотришь дальше? Ну. Смотри. А здесь что произошло? Просто девочка подошла, блядь. И ты уже кончил, нахуй, уже трусики, блядь. А это не тот клип. Там еще были такие клипы. Смотри, смотри. Беспалево. Оп. Оп. И смотри, это сидит, фоткает. В этом веру ближе копытца, блядь. Это швы. Я шучу, угораю. Это швы. Сразу деф одни. Смотришь? Деф, смотри. Смотри, а вот это как ты десаут примешь? А это я тоже так делаю. Смотри. Я это уже Марка по жопе. Бля, дядя, это пиздец. Марка, блядь, такая жопа, ты видел? А вот это? А вот это уже другая история. А вот это уже другая история. А это что за клип? На нахуй. Тут такие клипы, дядя, ты просто не представляешь. Ну шо ты, дядя? Старый охуел, ну конечно. Что это? Подожди. Где? Ну вот, ты прям курсор держал. Где? Вот это. А, ну там где на бустер он запрыгнул. А. Нормально, расслабились. Там, бля, там столько клипов было. Ты просто не представляешь. Такой что-то хрень. Строго в окружении девочек. То же самое? Да, то же самое. Ну ты видишь, как клипы называют? Строго, бля, понимаешь, просто нахуй это... Концентрация, бля, женского, бля, внимания, это, не знаю, за все время а перепомнил. А это что? Смотри. А, я помню, помню. А, нет, не помню. Что за хуйня? Бля, это охуенно просто сегодня было. Мне понравилось, пизда. Что она написала? Она говорит, у Строга самые лакомые яички, блядь, вообще в мире, нахуй. Чё? Я надеюсь, они все видят? Да. Кто? Здесь кто-то есть, блядь? Бля, не, ну самый жесткий момент заденет, когда Натаха, блядь. Зацепил. Ногу, так сказать. Не, ну да, согласен. Согласен. Это была хуйня. Ой, нихуя. Видал? Это я смонтировал так. Смотри, оп. Вставил. Ой. Ну, вырезку сделал, так скажем. Это еще не вставил строго. Там дальше вставить ничего. Да, сейчас он уже вставил. Че ты распизделся вообще? Я тебе сказал, да, эти площадки привожу, и на видос с тобой, бля, работаю. Давай на стрим, чтоб ты не мог ничего смонтировать. Что там монтировать, блядь? Ты... Голос изменять. Что тебе монтаж понадобится. Тебе монтаж понадобится. Блядь, ты... там будет как у Макгрегора с Альдо. Ты знаешь, там три удара попадешь по мне, потом, блядь, смонтируешь. Я честно говорю, блядь. Порастянешь просто на весь видос, как ты меня три раза ударил, а свои эти... Вообще не пока. Правильно тебе пишут, проебал ты Арину, проебал дурак. Да, она завтра приедет, мужики, все нормально. Блядь, она приедет уже не к тебе, блядь, понимаешь, она приедет к Гузлику, блядь. Ты видел, как он ее поразил, блядь? А, бля, там звуки. Блядь, они в бассейне вместе так плескались, это пиздец. Он просто сырня там вообще, не знаю, не в любом хуярили. Че ты врубаешься? Я говорю, не ты, Гузлик, блядь. А, бля. Хуёво. В смысле, ты в бассейне не был, блядь, че там вранулся? Я, ты че, блядь? А вы уезжаете? Я, да. И ты тоже? Да. А мы четвером будем? Ну конечно, вы договаривались. Ой, блядь. Перданул, ребят. Все, уходим. А, ты здесь, ну, похуй. Еще не все потерян. Потеряно. А, бляха, а чего вы смотрите какую-то хуйню? О, ничего не изменилось. Да, десаут. Садись, десаут. Садись. Я сижу, так. Это хуйня. Ты опять вмазался? Вот что-то, да. Где звук на видео, а у нас нету даже наушников здесь, чтобы вы понимали.
Садись, Десаут. Тебя не плавят еще? Меня же плавят, не знаю, часов 8. Я после как... Не, я имею в виду в сон, тебя не плавят. А, в сон? Да. А тебя? Меня в сон что-то плавят жестко. Мне вообще пофиг. Я спать хочу, пиздец. Не проебал ничего. Не проебал, не сыти. Завтра. В то же время. Ну хотя да, плавит. Прям жестко. Не да? спать, не а знаешь, спать, прям да. просто плавит. А, не-не, мне на сон хуярит что-то. Я просто, это, хуйню несу. Хотя я все нормально со мной. Ну, наверное. Это что за клип? Алина Строга. О, вот этот клип можно заценить. Смотрим. Вы ты довольный, Ванёк. Это лучший день твоей жизни был сегодня. Надо. Она искала, где камера не нашла. А, нашла. Всё. Это я там сидел. Бля, что можно Арафлянова поделать завтра? Не знаю. Не, серьезно. Ну, я так же продолжу. Нет, это понятно. А что можно сделать вообще? Не знаю. Пойти куда-нибудь. Не, ну на стриме имею в виду. А. Не стрим, это понятно, что скучно можно сделать. Мужики, что можно сделать Рафлянова? Не знаю, можно. Знаете, что Рафляное можно? Самое Рафляное. Знаешь, Десаут? Подписаться на Инстаграм? Бля, слава богу. А что Рафлянова? Подожди, у меня точно выключено? Не, просто мы сегодня по итогу собрали бункер. Я не знаю, бункер был интересный? Хуйня. Ну мне вообще не нравится бункер. Я первый раз. Смотрите. Самое Рафляное, это можно подписаться на мой Инстаграм. Смотри, знаешь, как берешь вот так вот, ставишь subscribers, потом ставишь emote. О, кстати, я не знал, что так можно делать. И все, и никто не спамит чат, ну да, кроме плюс, модера. Плюс опыт получается. Смотри, и мы смотрим, сколько челов зафоловилось, не смотрим, потому что у меня Instagram закрыт. Если вы там вы видели какие сторисы с моими киски? Ну как с моими? Пока что не моими. Да, Десаут? Ну пока что да. Пока что не... Сила висит от Катюхи. Вот можете посмотреть, какая Катюха. Ты о ком еще думаешь? Ту, которую обнимал? Никого не обнимал. Ванёк, что можно сделать завтра? Может, маффин? Или маффин-говно? Не знаю. Или... Бля, не бункер, не маффин. Бля, подпишитесь на инсту. У нихуя плюс 300 фолловеров, срочно. Еще. Удержишь 60к? Еще. Да, почти. А не смогут 60к добить? Они смогут 60к добить? Я не вижу просто вебку. Дядь, можно, да. Вы можете 60к добить? Там сколько? Лучше да не показывать. 56 200. 3,5. 3,5 и 60к будет у Ванька. Добейте, а? Кто не зафоловлен. Я там сторисы пилю и так далее. Спасибо, кстати, кто-то мог. Можно, кстати, знаешь, что можно сделать? Плюс десяточку. Можно пойти и прямую трансляцию в Инстаграме сделать. И пойти спасает? Купаться. С Гинцухой получается. Она сейчас не будет купаться завтра. О, еще плюс 200. Купаться будем завтра. Кстати, завтра ты реально можешь как бы прикинуть в Инстаграме. Прямой эфир запустить, когда мы будем плавать бассейн. Зафоловьтесь, срочно. Смотри. Они сейчас... 56 800. 56 900. Пошел, Ваня. Не, вообще. Спасибо, мужики, спасибо. Ну, лучше всего зафоловиться на Twitch канал. Согласен, Десаут? Ровно 57. Да? Да. Да. На самом деле, такими темпами, Ванёк, можно реально 60к сделать. Ну да. Бля, короче, делаю 60к. И завтра прямой эфир с бассейном. Ебать, кринж стрим, но он охуенный. Кринжово было? Ну, чуть-чуть, может быть. Сколько? Нихуя, смотри, плюс 500, я обновил страницу. Я тебе говорю, типа, 60к делаем, и завтра прямой эфир. 60к делаем, и завтра я зову нас. Бля, я сейчас скажу, они сделают, поэтому не буду ничего говорить. Просто 60к тогда, да? Делаем сейчас 100к, я зову Ариня на свидание. Они не добьют, поэтому похуй. Я тоже повернулся, думаю, блядь, чё? Не-не-не, всё нормально. Тебя там даже не видно. Да, там не видно, по идее. Сколько? 58. 58.1.
Блять, ну так сейчас только апнет. А что, температура у тебя? Нет. 58,1. Здоровый, Люк. Бля, вот смотри, мужчина, слышишь, бля, просто как пенис переродился, блядь. Согласен. Сегодня Наташа его яйцо очнула, блядь, все добрый, сидит тебе довольно. Просто плюс энергия на весь день. А? Сколько? Илюх, можно попросить, чтобы зафоловились на Инстаграм и на Твич? На мой? Ребят, фоловьтесь на мой Инстаграм, Бустер Зи, на мой Твич, блядь. Вообще без проблем, бро. Ссылку в чате даю. И так как строго попросил... Да. И так как строго попросил Илюху, то фоловьтесь на Илюху, да, Excel да. Music и Excel Show на Твиче. Согласен. Ссылку даю в чат. Меня за что? Еще 1300. Бля, Серега, ты кидаешь ссылку? Че Илюха не нашел? Давай больше сажать. А, да нет, ничего. Я слышу, я, наверное, с караваем или прилягу с тобой. Бля, это ничего страшного. Ничего не хочу сказать, что я не хотел. Ты спамишь свою ссылку на фоловерс? Смотри. У меня также увеличивается. Мужики, блядь. Давайте на это тогда, ну чё, раз уж пошло дело, блядь. Что? Чё, я на Илюху, блядь, чё? А, на Александра, Александра, да. Ой, блядь. Так ты Илюху. Ты смотри, блядь, чтобы ничего не выскочило. Ну да, блядь. Бля, это пизда. А чё там может выскочить? Дима Ликс, ребят. Не, знаете, рассказывай. Мне только ты не тегнут, и Десаут не тегнут. Можно вообще, ну хотя вообще. Заходите в мою историю и тыкайте на Диман, он там есть, по идее. Я утром его тегал. Да, мы тегали, пиздец. Серегу тегнем только что. Ну, Диман, я тегал. 59 тысяч. Найс. Еще одна тысяча, еще одна тысяча будет 60. Нихуя, я сказал. Не, 60к точно тебя разбьем сейчас. Блядь. Куда он пойдет, мужики, бля? Если он пойдет на свидание, я ему добью стакан из тела. Если оно к чему-то приведет, ребят. Не надо, не надо, серьезно. А то я сейчас просто... Не, я просто сейчас сказал. Что? Что? Она в компании тут. Вова, поступай. Катя! Так она в купальнике, она в бассейне. Ну да, в купальнике. Долго будете работать, все, нет, выключай. Ты спать пошел? Все, Серега, давай, пацаны, да. Все, пацаны, всем счастливо. Да, пойду. Что вам сказать? Нет, сейчас нет. Скажите, просто где а? Проще запомнить просто... Ну, так мы ее двигали. Смотри, вот. Вот, смотри. Ну это я сейчас видно. Вот, по картонную хрень. Понял? Да. Пакеты, что ли? Да. Здесь я могу достать хер, блядь. Да, здесь да. Бля. Так это мало того, что мы узнали, что Слава слабо, так он еще хуйня. Да пусть слабо, я тебя ломал, ладно. 59-200, ладно, спасибо, мужики, реально. Вообще дохуя зафоловилась. Там сторисы я пилю каждый день. Ну стараюсь сейчас, так что подписывайтесь. Тысяча? А? Silent Red. Тоже? Они охуенные. Да, я вроде хочу себе эту клаву. Бля, у меня она не цокает нихуя. И что-то Cherry MX Red хуже обычно, чем вот это. Бля, чилы, ну нахуя вы это делаете? Че такое? Похуй, сидите в смайл моде, значит. Промо на ран? Дядь, у меня почти 11 тысяч. А голову чем поделаем? А что? Ран или не ран? Я в Акиш не могу зайти. Да? Я могу ссылку дать и дать промокод, просто чтобы вы зашли. Но это будет читаться, все равно похуй. А ты прям вообще без шансов не сможешь зайти на сайт? А-а, мне нужно Максону звонить, а Максон не спит. А где? А что, стой, а? Чё не подумал об этом? А я не могу просто на этот телефон поставить. Спасибо. Там просто была бы задержка, я не мог бы челам отправлять этот. Мужики, спасибо тоже всем за фоллоу, кто фолловится. Согласен. Нет, реально нужно просто сделать одну фотку, тегнуть всех, и чтобы все подписывались просто на все инстаграмы, чтобы это... Да, будет жестко, конечно. Да. Совместную фоточку делаем. Бля, только не читай вслух комментарии. Пожалуйста. Ну, Илюх, я тебе серьезно говорю, я так ненавижу там комментарии эти читать сраные. Блять, вот я говорю, вот это один и тот же чел, который пишет. Вот время поджигает ёбку, да? Да. Ну, это... Да похуй, другое дело, кажется.
Согласен. Что поделать? Инстаграм вы зафоловились. Спасибо. Добейте 60к в инсте. Смотрите сторис. Да, Диман? Ой, блядь, Диман. Досал. Могу быть и Диманом сейчас в данный момент. Я же косплеер. Тамада 60 лет. Ты хуй. Не понял, ты чё, блядь? Извини. Короче, это чисто такой... Чил. Чил на 35к. Можно посидеть. Попиздеть. Давай принеси... Ты это... А? Это? Кладыги ждём. Сок. Пил? Да. А, да? А, ну тогда я понял, почему все нормально. Все, пил. Да? Бля, у меня вообще 500 человек и все, и 60к. Угу. Спасибо, реально, мужики. Реально спасибо. Охуеть. А сколько, смотри, 61-229, угу. Обновляю. Жестко, да? 5000 фолловеров. Да, жестко. По-моему, не 5 даже. По-моему, когда я запускал, было 55. Да? По-моему, да. Это жестко. Не, спасибо реально большое, мужики, всем за поддержку, кто поддерживает. Найс. Короче, добьем как-нибудь. Что делать? В любом случае, в ближайшие все дни еще будут сторисы, мы тут 5 дней. 5. Будут сторисы, будут стримы. Сегодня вообще, наверное, самый человый день был из тех, которые будут. Мне так кажется, почему-то. Да, не, мне сегодня вообще так все понравилось. Это не, ну сегодня вообще фул чел атмосфера. Это самый охранительный. У меня такая кровать охуенная, у меня там плазма охуенная. И я соло. Или с Илюхой. Не, Илюха в отдельной жил. А где он? В той слева. А где Ликс? А, или Ликс там. Ликс там? А кровать где? И Илюха со мной. А кровавый розовый? Наверное. А? Нет. Нет. Сейчас я выключу уже. Короче, нате, я вам дам это. Он, надеюсь, не обидится. Ему вообще похуй, мне кажется. Он вообще не посмотрит. Короче, я сейчас промо на ран дам. Зайдите. У меня правда не авторизировано нихуя. Ну, я могу выключить вебку, если ты хочешь. Так скажем, вот так вот сделаю. 3 секунды, так... Ой, бля, нихуя. Есть обычная вода? И сок какой-нибудь? Нате, зайдите. Чисто 13 секунд даю вам. Зайти. Зайти чисто. Залогиниться. Я вам промо кину в чат. 2 промо кину. И все. На 250. Спасибо. Сколько? На нахуй. Еще 300 и будет 60к. Хорош, строго. Спасибо. Ты тоже классный. Сейчас. А как тут открыть избранное сообщение? Стримим. Что как выйти? Избран. О, тут. Смотрю, обиделся. Но ты не обидишься, то, что я. У меня просто не авторизировано, а телефона у меня нет, а телефон в городе. Я обиделся. А как скопировать? А, им похуй, я перерисую. Перепишу. А его не видно? Так. Наташ, через сколько приедет еда? Наташ, через сколько еда приедет? Нате, я вам 2 промо дам, то, скорее всего, будет сколько нужно. А? Ну, мы вот еду дождемся и поедем, походу. Заходи. Нихуя, по-моему, было. Это Слава поедет сейчас? Нате, зайдите, я еще челы, я вам даю промо и все, и я ливую. Срочно. 3 секунды, чтобы вы зашли. 3 секунды, срочно, максимально срочно, максимально, при максимально срочно, зайдите. Я просто ставить не могу. Они видят экран? Они видят экран. Ой, бля, я чуть не сюда и скинул. Нате, все, зафоллочись, главное, на Twitch. Завтра, скорее всего, тоже стрим будет. Не знаю, короче. Я сюда как почил, сейчас запускать. Ну, чисто знаешь, ну, попиздеть. Ну, уже, скорее всего, а? Будет, наверное, ну да, после Вади. Ну, хотя это, может быть, Вади поменяется с бустером. Думаешь? Да. На вот эти дни, ну, возможно. Да, это логично. На эти дни поменяться.
Да, потому что даже будет... Ну, вечерний прайм, типа, для всех удобнее сейчас будет. Сколько? 3600. На, зайдите, еще чуть-чуть, и все, я вам даю два промокода. Леха, Лех, можно я скину 3 промокода? Их, скорее всего, все сразу заюзают. А я не помню, я, по-моему, 2 здесь юзал, да? Значит, 3. Лех, ты ведь не обидишься? Нате, заходите. 3 промо даю, и все, до свидания. Спасибо, то, что фоловились. Главное, зафоловьтесь на Инстаграм. Главное, максимально главное, зафоловьтесь на Инсту. Там я буду снимать голых девочек. Срочно, 3700. Еще 4К добейте онлайна, и все, я пошел. Все, короче, я вам переписываю коды. 3 штуки кину. Еще бы их написать правильно. Десант проверяй. Давай. На, вот так вот. Только что я видел. Они ведь не видят? Не, думаю, нет. Не, нормально. У меня даже ВК не войдено. Алло, Steam разлогинил? У него? Да. Не знаю. Можно было ему в Steam скинуть. Или я тебе мог бы на цвече волосы отправить? Да пофиг. Все, я правильно пишу? Вы уже... Не знаю, что. Проверь, пожалуйста. Ну, по идее, правильно. Это ведь L или I? Да, большая. На... I. I, да. Или на L? На I. Короче, напишу и так, и так. Не, это L, I последняя. Видишь? Ну, типа она больше и выше. Первая L. Да. Короче, последним... Да. Как L? Ну не может быть L. Маленькая L. L0. 0. E. И I, да, большая? Короче, последним коде... Это. Модеры покидать... бля, они нихуя не слышат. Покидайте ссылку в чат модера. Или випы. Когда домой? В последнем коде просто меняйте L и I местами. Потому что я не знаю, какие там промо. Нате. 3 промо дал. Все. Сколько там в инсте осталось? Давай. Спасибо. Да чего в 50, наверное. Ты что, все тоже? Все, давай. Спокойной ночи там. Мужики, доброй ночи вам. До сегодня. Давай, Слава. Давай, братан. Смотри, что мы уже 60к. 59,9. 100 человек осталось. 59,9. 60к. Спасибо. Спасибо. Бустер, кому хост даем? Народ. Его нету. Я ему хотел дать хост. Я проверил. Мага, Егор Крид. Давай выберем. Ну смотри. Мага. Мага. Скруджи. Это чьи? И Крид. Нет, самурай вроде. Давай магия, не знаю. Где? У нас всего самурай, то вот здесь. Это мои, да. Я одну съем. Мне кажется, Магомед. А ты партнером он же сыграли? Мне кажется, Магомед Сейча вообще прибыл. Да. Ладно, давай ешь. Это договор, ты сделаешь, кстати? Так. Чего, сколько ты завтра приедешь? Все, всем ББ. Я завтра в музыку забираю, мы едем за машиной и уже на тачке приедем. А я вообще рейд смогу прописать? Ты сможешь. Бля... А, это не мой чат просто. А что-то компьютер лагает? Это пиздец. Чат не твой, ты имеешь в виду где? Вот там в отдельном? Да, это не мой. Строго чат же написано. Не-не, это... Пока, давай, забирай. Пока-пока. Пока-пока. Пока, Генцуха. Пока-пока. Бля, у меня не открывается нихуя. Алло, вы еще здесь? Пока. И ты тоже уезжаешь? Нет, мы сейчас едем, дождемся. Бля, да что за хуйня? О. Что за бред? Оно не открывает браузер. Оно уже третий раз не открывает. Попробуй, может, открыть чат через вид? Или у тебя не... Оно даже шифт-ап не открывает. Телефон Red King. Да, точно, давай. Что-то с компьютером не то ли... Фоловьтесь. Главное, зафоловьтесь на этот.
на Twitch. Слэш. Блин, я скроллю сейчас. Как у Фай... Блядь, как у него ник пишется? 5 скилл. 5 скилл, 2 буквы в конце. А вот у меня открылся. О, давай. Красава на тах. А, забей. Я не смогу кинуть. Мне нужен ник его. Потому что не мой аккаунт там логин. Фиф. Кидайте мои смайлики за 80 рублей. Я кинул рейд? Да. Ты увидел? Ну, сейчас. Надо даже начать сначала, он не сразу закрывается. Да, идет. Идет? Все, мужики. Всем до завтра. Приходите завтра, фоллочить на Инстаграм. Спокойной ночи, мужчина. Добрых снов. Он норм, Кен.